Здравствуйте, это «Город новостей», в студии Елена Гречищева. События жизни города в материалах наших корреспондентов. Сегодня в программе. Дети-спасатели. За что сегодня двое школьников получали награды в администрации? Уклонистам бой. Следователи всерьез взялись за призывников. Чем может грозить уклонение от армии? В юбках думать легче. Зачем мужчины-депутаты переоделись в женские одеяния? Наградили за спасение жизни. Далеко не каждый бросится на помощь утопающим, в то время, когда на реке появились промоины. Но 10-летнего Кирилла Серовикова и 11-летнего Павла Асанова это не испугало. Мальчишки рискнули собственной жизнью, чтобы спасти тонущего малыша. Сегодня школьников благодарили за подвиг в городской администрации. Обычная прогулка для двух друзей обернулась спасением утопающего. Кирилл и Павел качались на тарзанке у 86-го училища, как вдруг услышали крики о помощи. Мы качались на тарзанке. Он туда ушел. К промоину. Он подпал и там ходил. И поступился, и упал. Не раздумывая, ребята бросились на помощь. Рискуя собственной жизнью, они сумели достать из реки 9-летнего мальчика, который уже уходил под воду. Придя домой, ребята рассказали о своем поступке, тем самым вызвав двойственную реакцию у родителей. И страх, и гордость за своих детей. У меня появился страх, потому что я боялась тоже за своего ребенка, потому что вновь же таких случаев бывает, что спасают, а сами погибают. Это было страшно. С другой стороны, у меня гордость за своего сына, что он не испугался в трудную минуту и пришел на помощь. Я горжусь им. Ну, я также, наверное, да. Сначала мне, когда Кирилл пришел, рассказал это, я просто как бы в шоке была, таком, что как это не испугался и все такое. Ну, молодец. Самое главное, то, что молодец. У них, они не чувствовали то, что они совершили какой-то поступок. Да, они, ну, как будто это все так и должно быть. За свой отважный поступок сегодня ребята получили благодарственные письма и щедрые подарки. Благодаря подвигу Павла Асанова и Кирилла Серовикова спасена жизнь юного кунгурика. Мальчишки доказали, что совершить отважный поступок может каждый и в любом возрасте. Татьяна Андреева, Алексей Долгоруков, Галина Крикливцева, телекомпания «Кунгур». Вместо года казармы – два за решеткой. Для более чем 200 тысяч российских молодых людей сегодня начался весенний призыв в армию. Но по данным следственного отдела города, есть в их числе и такие, кто выбрал путь отказа от военной службы. На днях в Кунгуре закончено следствие по делу о недобросовестном призывнике. В этом году это единственный случай вместо двух рассмотренных кунгурским городским судом в прошлом году. Случай о злостном, настойчивом уклонении от службы в армии. Уголовное дело в отношении молодого кунгурика возбудили, когда парень неоднократно проигнорировал призывную комиссию. После возбуждения уголовного дела он прошел под нашим руководством комиссию медицинскую, было установлено, что он совершенно здоров и может служить в армии. Дело с настоящего момента закончено и направлено для утверждения прокурору города Кунгура с обвинительным заключением. Дальше дело будет рассматриваться в суде. В качестве административного взыскания парню светит штраф несколько тысяч рублей, в качестве уголовного наказания до 2 лет лишения свободы. Такие меры воздействия на уклонистов прописаны в Уголовном кодексе, статья 328. Хотя уже с середины этого года Госдума должна рассмотреть поправки в закон о воинской обязанности, которые ужесточат наказание за отказ служить и сделают его неизбежным. Пермская строительная организация «Трест номер 14» продолжает строительство жилых домов в микрорайоне Нагорный. Дом по Российской 33 уже заселен, а на очереди сдача дома по Российской 35 с 2- и 3-комнатными квартирами. «Трест номер 14» предлагает потенциальным новоселам поучаствовать в долевом строительстве. Микрорайон Нагорный превратился в грандиозную стройку. С дома по Российской 33 начато строительство красивых современных 9-этажек. Строим комплекс домов. Это будет 6 домов и детский сад. Теперь новостройки находятся под контролем дома управления номер 6. В подъездах чистота, грузопассажирский лифт всегда в рабочем состоянии. Семья, которая сюда заселяется, обращается к лифтеру. Лифтер переводит на грузовой режим, и все эти вещи, тяжелые, стиральные машины, холодильник, они поднимают. Трест номер 14 сдает квартиры под ключ, с линолеумом, обоями, газовой плитой, сантехникой, пластиковыми окнами. Пенсионерка Мария Соколова переехала в Кунгур из Екатеринбурга. Жильем довольна. Давайте начнем с комнаты. Смотрите, вот, все на виду. Сестра хозяйки квартиры в восторге от кухни в 11 квадратных метров. Да, как вторая комната.
можно и спать. Однокомнатные по российской 33 под 40 квадратных метров, двухкомнатные под 60. В квартирах и подвале дома приборы учета воды и газа, особенно тепла. В зависимости от температуры на улице, автоматический клапан убавляет поступление тепла в дом или прибавляет его, если стало холоднее. В строящемся доме по российской 35 общая площадь двухкомнатных квартир 60 квадратных метров, трехкомнатных 80. Сдача дома запланирована на конец 2012 года. Стоимость квадратного метра в строящемся жилом доме российской 35 составляет от 31 тысячи до 33 тысяч рублей за квадратный метр, в зависимости от формы оплаты. В качестве оплаты мы принимаем сертификаты «Молодая семья», а также материнский капитал. Отдел продаж Треста номер 14 предлагает участие в долевом строительстве. Удобно внести предоплату в 50%, а заселившись в течение полугода выплатить остальную сумму. Телефон отдела продаж в Перми 8-34-22-41-21-14. Особенности национальной рыбалки. Комедийная история, повествующая о друзьях, которые отправились в невероятные приключения в поисках рыбы, может произойти и в реальной жизни. Так, в минувшие выходные опытные рыбаки со всей округи собрались на берегу Сылвы в селе Кинделино на очередных соревнованиях по подледному лову. Кто нашел по-настоящему клевое место и у кого был самый большой улов, расскажет Татьяна Андреева. На этот раз рыбаки встретились в селе Кинделино, что намного ближе к Кунгуру, чем в прошлые годы. С раннего утра погода не заладилась, но, как говорят сами организаторы, Бог на свете есть. Он увидел много рыбаков и создал им отличные погодные условия для хорошего лова. Надеюсь, что всем будет сопутствовать рыбацкая удача. Рыба здесь есть, вчера проверяли, это я могу вам сказать точно, поэтому все будет зависеть от вашего профессионализма. Хочу еще раз всем пожелать удачи. Старт дан. На лед вышло 22 команды, а это 66 участников, которые на протяжении всех соревнований будут показывать свои профессиональные навыки, а 8 рыбаков сойдутся в личной борьбе. С каждым годом количество желающих поучаствовать только увеличивается. В этом году конкуренцию местным рыбакам решили составить гости из Губахи и Екатеринбурга. Радует то, что участников с каждым годом, я думаю, что все-таки прибавляется. Только жалко, что нынче женской команды нету. Обидно. Но... будем надеяться, что на следующий год выставят команды. Зато у нас нынче приехали с Губахи, две команды выставились. Со Свердловска приехала команда, выставилась. Значит, личники тоже, вот ребята с Губахи. Ну и с районов нынче то, что хорошо. Обычно у нас как бы с районов мало народу было. С районов ребята заявились, вот с Кинделина, с того же. То есть, ну, как бы я считаю, что душа радуется, что не зря все-таки мы это все делаем, устраиваем для людей праздники. По условиям чемпионата, рыбакам дается 2 часа, чтобы набрать в свои ведра как можно больше рыбы. Лед в этом месте от 50 сантиметров до полуметра, поэтому без хорошего бура не обойтись. Каждый старается сделать свою лунку как можно быстрее, чтобы наловить больше рыбки. Виктор Ковалев рыбачит с детства. В городских соревнованиях он участвует впервые. Умение рыбачить не главное, говорит Виктор. Главное – удача и опыт, ведь клев может оказаться непредсказуемым. И так оно и получилось. За первые минуты соревнований ему удалось поймать самого большого окуня. Я думаю, приманка у всех одинаковая. И тактика примерно одинаковая. Ну, может, опыт. Глядя на отцов, интерес к рыбалке появляется и у детей. На соревнованиях они хоть и неопытные участники, но с радостью делятся своими первыми маленькими достижениями. Лов нормальный, поймал 4 рыбки, окуней. Уступать сильной половине человечества не намерены и дамы. В этом году хоть и нет женской команды, но есть участница, которая даст фору любому опытному рыбаку. Тамару Стафееву рыбалка привлекает с молодости. Сейчас она не может представить свою жизнь без этого занятия. Первый раз на рыбалку я поехала 47 лет назад. И это, ну, удачно оказалось. Поймала очень много окуня. Ну, вот такой азарт стал. Каждый раз стали ездить вместе с мужем. Теперь вот еще сначала внуков возила, теперь он уже правнуки ездит. Женское обличие может принести заветную победу, так решили депутаты городской думы. И, надев на себя долгополые юбки, назвали команду народных избранников «Думские бабки». На рыбалке были объявлены конкурс костюмов, но чтобы что-нибудь интересное сделать, решили взять такие костюмчики. На следующий год уже смотришь, что-нибудь подтянется, какие-нибудь другие будут, там богатыри или еще какие-нибудь. Русалки будут еще. Ну, будет веселее, интереснее соревнования проходить. Вот мы одели такие костюмы, назвались «Думские бабки».
На рыбалке, как говорится, не обойтись без горячительных напитков, таких, например, как чай. Во время улова каждый мог покинуть свое насиженное место и пойти перекусить. Во время рыбалки каждый участник соревнований может отведать вкусной полевой каши и выпить кружку горячего чая. Ловись, рыбка большая и маленькая. Здесь, на городских соревнованиях, каждый хвост на счету. Когда вот так битый час сидишь у лунки, начинаешь придумывать разные приемы, чтобы поймать как можно больше ершей или окуней. Радует, что все-таки люди приезжают, показывают себя, что на что они способны, что не только они там могут где-то руками махать, показывать, мы вот такую рыбу ловим, а нужно еще и, как говорится, и маленькую рыбу выводить из самого мудрица. Сами видите, что творится здесь. Люди перевязываются, вот, пожалуйста, перевязываются, что-то мудря там, что-то самое колдуют. Ну, просто интересно даже наблюдать над этим всем. По итогам соревновательной борьбы самые внушительные трофеи – 1 килограмм 628 граммов, наловила команда 18-й колонии. В личном зачете победу одержал участник из Губахи, а вот самая аппетитная уха получилась у нагорновской команды «Приток». Это те, кому удалось поймать, что называется, удачу за хвост. Рыболовный праздник удался. Провести весь день в компании друзей на свежем воздухе, побороться за звание лучшего, а после отдохнуть за ужином у костра – это и есть главный итог субботнего дня на замерзшем берегу Сылвы. Татьяна Андреева, Алексей Долгоруков, Михаил Бабушкин, телекомпания «Кунгур». Вы смотрите «Город новостей». Вода, вода, кругом вода. С таким настроением сегодня в очередной рейд уехала съемочная группа «Мелочей жизни». Как некоторые кунгурки спасают свои дома от талой весенней воды, Марат Борисов. Генеральный спонсор рубрики «Мелочи жизни» – компания «Домстрой». Профессионал на рынке металлопластиковых окон. Погода в последнее время не радует. На улице тает снег, и плюс к этому идет дождь, из-за чего на улицах образовались огромные лужи. Сейчас мы с вами находимся на перекрестке улиц Коммуны и Гребнева, где местные жители вышли для того, чтобы самостоятельно расчистить канавы. Затопил у нас, вот и делаем. Есть старая поговорка: на бога надейся, сам не плашай. Но вот в чем дело. Двум пожилым женщинам справиться со всей улицей Гребнева физически невозможно. А значит, и мелочь это требует помощи. В редакцию нашего телевидения поступил звонок от жителей улицы Кривлинской. Они попросили нас показать вам вот эту трубу. Итак, мы на месте. Не, ну когда сверху что-то висит, оно, конечно, опасность представляет. Из-за чего труба согнулась, остается только догадываться. Скорее всего, в этом месте она сгнила. И мелочь это, несомненно, пугает. Этот мост через речку Ериловка мы показывали вам неоднократно. И у нас складывается ощущение, что дела до него никому нет. Ведь то покрытие, которое здесь находится, абсолютно не внушает никакого доверия. По этому мостику иду, и третий год вы снимаете. Никаких изменений. Несколькими кварталами выше есть еще один мост, который не так давно был отремонтирован. За что местные жители благодарны городской власти, чего нельзя сказать вот об этой мелочи. Рекламный партнер рубрики «Мелочи жизни» – магазин «Атланта», улица Воровского, 4А. Рекламный партнер рубрики «Мелочи жизни» – горнолыжный комплекс «Светлячок». До 30 марта прокат снаряжения бесплатно. Они прощаются с улыбкой. Знаменитая кунгурская команда КВН «13-е поколение» известна почти каждому молодому кунгурику. На поприще клуба веселых и находчивых они добились таких результатов, что про наш город знают теперь во всей стране. Но в минувшие выходные КВНчики в последний раз вышли на кунгурскую сцену в своем составе. Игорь Вертепрахов с подробностями. Неизменный ведущий КВН в Кунгуре Александр Котельников сегодняшний концерт объявлял уже совсем по-другому. Так сказать, по традиции, дорогие друзья, здравствуйте. Итак, мы начнем. Нет, это другое мероприятие. Итак, дорогие друзья, я вас рад видеть на КВН-кафе «Чертова дюжина» еще раз. Аплодисменты громче! КВН-кафе было разделено на три блока. Перед каждым из них собравшиеся зрители смотрели видеоролики об успехах наших КВН-команд. В первом блоке, как говорят на разогреве, выступила школьная сборная КВН в Кунгуре. Назвали они себя разборниками. Может, потому, что собрали ребят из самых разных команд и школ. Было видно, что начинающие КВНщики к выступлению подготовились основательно. В
конце выступлений каждая команда обязательно получала торт от ведущего. Ведь сегодня победителей не было, а был прощальный вечер с КВНщиками из 13-го поколения. Под бурные овации вышла команда, в которой теперь будут играть Геннадий Редькин и Николай Казаринов. Случай в переполненном лифте. Вам на какой? Седьмой. Поехали. И чё? А чё вы хотели от меня увидеть? Витя, ну хотя бы день. Сборная Пермского края «Культурная столица» показала кунгурским зрителям, как надо играть в КВН. Короче, это, сейчас тут будет драка. А чё, с кем? С кем? Уйди. Всё, всё, успокоились? Всё, беритесь, жмите руки. Жмите руки. Вот, вот. Молодцы. Извините, можно просто спрошу и уйду домой. Просто спрошу. Подожди! Куда ты ломишься? Просто спроси! Ты знаешь, сколько раз таких ползает тут каждый день? Просто спросите ли! Да где медсестра? Медсестра, ну иди спроси. А мы посмотрим, как она. Просто спроси. Наташа, ты чай пить пойдешь? Не, они еще и чай пьют здесь, я прибыл. В третьем блоке вышли те, кого весь вечер ждали зрители. В последний раз в родных стенах выступала команда КВН 13-е поколение. Воу-воу, детки, это что у тебя такое? Это Коля ремень! Я вижу, что это ремень! Почему ты так его надел? Так надо! Друзья, кого-то... Ты куда что ли его? Все, успокойся, пригодится. Команда КВН 13-е поколение, город Кунгур, в Кунгуре! Для начала случай с... Блин, парни, я минитирую забыл. Вот, а ты говорил, не пригодится, ты посмотри-ка, чё, давай! После выступления ребята попрощались с Кунгуром, но закончили тем, что обязательно будут возвращаться в родной город. Правда, уже в составе сборной края. Сынка, ты чё сидишь, залипаешь? Пошли на дня. Пошли, там дядька твой троюродный приехал, айда! Ну я его даже не знаю! Да ты такой смеешь вообще говорить? Он тебя ходить учил! Ах, это он, скотина? Ну-ка, иди сюда! Игорь Вертепрахов, Александр Липин, Михаил Бабушкин, телекомпания «Кунгур». Чемпионы на кунгурской земле. В эти выходные на Снежинке собрались сильнейшие лыжники края. И хотели они все только одного – чемпионского титула в первенстве региона. Рязин Сергей готовится... На старт приглашается Сергей Рязин. Пока стартуют мужчины на дистанцию в 10 километров, остальные участники готовятся. На Снежинке в это воскресенье проходил чемпионат и первенство Пермского края по лыжным гонкам. Этот четвертый этап является финалом соревнований, поэтому именно здесь станут известны имена чемпионов. И у мужчин, и у женщин было несколько возрастных категорий, что примечательно, в гонке приняли участие и уже титулованные спортсмены. За первое место боролся и чемпион мира в скиатлонте, российский лыжник Рауль Шаркизянов. Он и возглавил итоговую турнирную таблицу. Остальные первые места во всех категориях также ушли в Пермь, Пермский район и город Часовой. Среди кунгуряков отличились Анастасия Лашова, Александр Котов и Татьяна Казаринова. Они все заняли призовые места среди своего возраста. Далее у нас прогноз погоды и рубрика «Если завтра ремонт». Если у вас есть интересные новости, звоните нам на наш телефон 23413 или оставляйте их на нашем сайте www.trkkungur.ru. Всего доброго, до свидания.